Doomrot, спасибо большое за донат. С текстом «Теперь твои грани разъебаны». Супер-мега-кринж пришел. Песня «Горизонт» сперва слушаем. Слушаем песню «Горизонт» с альбома «Горизонт». Исполнителя... Нет, Doomrot исполнитель. Чувствую, нужно очень важное лицо для такой музыки. Кирк Хэммит уже доволен, но очень сильно. Утреннего солнца заливает комнату каждый день, когда я пытаюсь проснуться. Воспоминания счастливого, беззаботного детства то и всплывают в образах самого обыденного. Я знал, как будет, видел это на... Я не привык на серьезных щах слушать вот эти телеги поверх музла. Я просто настолько наслушался там всяких рофлов, там, ну, короче, без анального угнетения, не знаю, фастфуд-панк, когда если монолог идет какой-нибудь, типа... То, короче, там, я патриот Макдака на Тульской, я хожу в Макдак только на Тульской, кто ходит в другие Макдаки, тот чмо. Я уничтожу каждого, типа, ну... В примерах окружающих, о да, мы такие разные. Как жаль, что эту разницу можно поделить по группам и сосчитать на пальцах одной дрожащей руки. Я вечность, я один момент, я бескрайний космос и угол пустой однокомнатной квартиры. Эмоционально. Вот Ото, спасибо. Очень крутой гитарист. Хотел сказать Трампу, что постер этой группы оказался на фоне Валимера, я оценил отсылку. Хаттепе. Так, понял, спасибо, Ото. Потом оценим. Я не верю словам, что говорю, не помню, когда написал эту музыку. Лицемерные, заезженные фразы, все, что осталось, не меньше интересно, вызывая сомнительное бесконечное обсуждение чистоты сказанного. Черные клубы дыма, это все, что я вижу, озирая свой ненавистный город. Это типа интро. Все же он остается родным. В этот же видос «Возмездие» засунуть? Где оно? Ну да, тут коротенькое такое получается, в принципе. Не, хотя, давайте, ладно, отдельно по приколу сделаем. Отдельно. Не поленюсь. Все же он остается таким родным. Моисей Великанов. Стримы каждый день. Ну, странненько, ну, блин, это сложно сделать не странно и эпично. То есть, на самом деле, ну, как мне кажется, более-менее, типа, как-то верится во все это, допустим, и то мы там угорали сами с себя, короче, кровавый риф, интро то ли к альбому это было, то ли к песне какой-то, сейчас скажу. То есть, ну, когда именно там барыш своим таким... отучившись на актерском и так далее, своим таким голосом прям обычным. За побрание принципов человечности, блин. Сейчас, ну-ка, кровавый риф. «Три короля», по-моему, называлась песня. Типа, имени... там что-то было, типа, «Именем британской короны и святейшего короля Эдуарда». Мы всегда рофлили, типа, «Именем британской коровы». Нет, сейчас кровавый риф. Может быть, интро, типа... Блять, а как же это найти-то, сука? За побрание что-то там. Именем британской коровы. Увертюра, может быть. Типа увертюра и эпилог. Вот это вот, да, типа. За неуважение. Вот. И то чуть-чуть смешно так. За неуважение к законам морали и чести, за попрание принципов человечности, именем британской короны и святейшего короля Эдуарда, вы приговариваетесь к смерти. 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 У вас есть что сказать перед тем, как вас вздернут на виселице? И вот в это, ну, вот, типа, как-то верится, да, типа, все равно. То есть вот очень важно, если когда ты травишь вот такую телегу, чтобы, ну, чтобы верилось, что, ебать, тут нихуя эпичная телега. Здесь, наверное, ну, не хватило этого.